Ебаш. А у меня, кстати, нет квеста такого на травоядных. Есть. Да. Почему-то. Так убивал уже, наверное. Там 250. Что, все есть. Готовы? Нападаю или вы еще нет? Не, дай похилюсь. Ну, пойду побью тогда. А она на краю скалы стоит, вот это вот? А кто это? Это игуана, блядь. Да? Ну я просто, у меня тут ветки, я вижу там много. Это Миколани. Да. Сало же ее не просто так с тобой перепутал. Сейчас попьет, у меня квест появился. Аналогично. Блин, ну хз, как тут ее душить. Встала она шикарно. Ну да. Давай. Вот так, думаю, можно спокойно выманить ее. Она немного агрится. Она что-нибудь сломать может? Нет. Нет. Но она бледа дохуевает. Ну, тут высота тебя сломает, если ты... Не я можешь... ебану и убегу, и все, блядь. Будем хотя бы обновлять уклон. Ну да. Не, ну она двигается, значит, не выходит через логаут, это хорошо. Ну ты по лицу отхватил. Много, блин? Да хуйня. Да не, хуйня, один раз попал, второй раз. Не, ну это ж Мегалани, это уже не Дейна, которому один раз ебанешь, он вытечет. Ну был бы у нас жирный кто-нибудь, вообще было классно. Да-да, блядь, вот жирных иногда не хватает. О. Нормально, нормально. Нормально, нормально, да. Блядь. Ну был бы пистол, я сразу понял, что это ей не надо. Ну-ка, ляг еще раз здесь. Ладно, я лягу. А что ты хочешь? Смотри, поплавок. А, прикол. Что ты там их душишь? Ой-ой-ой. Нормально. Плывет за тобой? А хуй его знает. Нет. Блин, ну отвлекайте их как можете. Он не, вообще не догоняет меня, он ну, не будет меня троить просто банально. Ну, я подхожу, накусываю белого, который садится постоянно, и уплываю. У меня огонь. Кстати, воды уже 37. 73. Они в тупик идут, бля. Интересно, они знают, что там край-карта? Наверное, для них это будет потрясение. Я зашла. Класс. Это... Шмаара. Шмара? А мы же кинули ей. Угу. Шмара-то, блядь. Ну, блядь. Какой вот я человек. Дайте рыбку. Ник бублика я запомнил вообще офигенно. Ассоциация довольно легкая. Интересно, за какая? Бублик, блядь. Сало — это сало. Мара — это. Чё они там стоят? Так, ну а чё им ещё делать? Боятся. Немощные, ебать, да? Сейчас мы придем, убьем, чего-нибудь делать потом. Аккуратно сзади. Я вижу, да. К тебе сзади, как это. Ну, типа все, вот я побегал за ними, накосал. Хилю стамину. Ребят, мы прям драться будем или мы просто их немного повесим? Почему драться будем? Ну, можно попробовать убить. Нет? Да. Можно. Вроде нормально. Справляемся. Ну, не так уж прям, не как Сарка хотя бы дамажит. Ну, да. Да они, по-моему, не, фуловые. Я вам предлагаю сконцентрироваться на этот черно-белом. У которого белый гребешок? Который правый, да, давай, он меньше. Меньше? А, меньше? Не знаю, я просто его написал. По-моему, они одинаковые. Да. Ага. Капец, куча мала просто.
Ой. Хорош? Нет, поебали. Ой, ему пиздец. Плохо, ему плохо, очень плохо. Черно-белому прям пую. Ай, блядь. Все, я добиваю. Давай. Добили. Хорош. Одного, давайте второго. Я ухожу, а, стамины ноль. Слушай, да, мало, да. Тяжело, когда попой. Давай, Санек. Ты кончил стамина? Нет. Ходи. Ходи, как-то. По-моему, у Сарка тоже. Ой, у Зуха тоже кончилось. Так он, да, они же с ядом. У них, в принципе, со стаминой, конечно, много довольно. Уходи, да, в воду. Я перехвачу. Давайте, думаю, вы вдвоем загасите. А, да-да, подъем. Блять. И после этого мне играть, что мегалания бесполезно. Я отрегенил стамину себе. Ну, пойдем, я тоже к вам сейчас приползу, уже я не знаю, нахер я там нужен, четвертый. Подходи. А, да. А там все, пизда. Че, кушать хотел, да? Легкая. Хуже, да, хотел. Да, кстати, я за едой ходил, блядь, нахуй ходил. Могу. Ну хотя нет, у меня потратилось. Я тебе говорю, вон рыба плавает, и вы. Серьезно? Не, я бы сдох просто от еды, потому что у меня тратилось на пикселя. Ладно, давайте я прям тут выхожу. Я реально на браузер. Я вот как раз спрашивал, будем убивать или нет, потому что надо было идти. Давай. Все, давайте. Давай. Ломите, через час я приду, я хочу играть. Хорошо. Надеюсь, крона будет. Так, давайте. Мне отойти надо, но ненадолго. Магаз через дорогу туда и обратно. А это кто сказал? Это Сала говорит. А, я поняла. Я сейчас кому-нибудь заныкаюсь, блядь. Или вообще выйти на всех, чтобы болт не тратился. Да, выйди, да, вон туда, да, в тупик, да. Выйди, вон куда Саша пошел. Я сейчас подойду, короче. Ну, минут 15 где-то так вот сейчас. Угу. Одеваться толком не буду, блядь. Сколько еще время сейчас? О, ну нормально. Нормально, наверное. Блин, может тоже отойти пока. Пока все разошлись. Да не то, чтобы разошлись. Да я тоже ненадолго, мне надо в соседний дом сходить. Да, я тоже локиды тогда соберу сейчас и уйду. Короче, тогда это, скоро все встретимся. Да. Ну я здесь буду в Дискорде, просто отойду. Не, ну я тоже в Дискорде, я просто микрофон замучу. Вообще, блядь, красиво. Красиво наебал. Тупо резко нырнул влево. Я сейчас перезайду. Ебать, тут Ламбия. И Анадонта. Блять, и крокодил, ебать тут народу.
Что за движ? Тут у тебя сейчас ничего не тапнулось? Нет. Ламба захуй. Надо. А разве нет? Ну надо, надо. А, надо. Давайте этот каленый. Что-то ламба за мной это взять. Побежала. Тетя, ты чё? Бать больно хвостом хуярит так-то. Она прям по еблу хуярила. Надо поебало ее, она ебалом вообще почти не бьет. Надо ебало ее кусать. Ну высоко оно, знаешь. Ну, ноги в передние. Блять, вставай, вставай, сука. Ай, ломай, блядь. Анадон-то ломай эту суку. Бежит, бежит. Покусывает. На панадонте ебашит. На тебя едонт идет. Ебать, он каленый, его пизда. Ну чё там по стамине, дядя? Ебаш его. Блять. Хули так. Блять, меня тэпает пиздец, как сильно. Там утка. Ух, утка, блять. Одного очень красная, кстати. Минули, давай второго. Я ухожу. Надо похилиться. У меня стаминки мало. Стамины ноль, да. Я под водой плыву просто. Блядь. Уходи. Надо утку заебашить. Надо бы. Просто, блядь, твари. Душилы. Ебать, она такая, как подводная лодка, блядь, всплыла откуда-то. Она красная вся, у нее процентов 20 хп. Да. На тебя идет. Я вижу. Блядь, я прям угрожаю нахуй, подойдешь близ к воду. Вот так вот. Тут мелководье. Она там тоже в воду может прыгнуть. Она так-то ей похуй. Не, ну я к тому, что мы будем плавать, она бегать. А, блин, фигово, конечно, быть сабиком. Сабик так хуёво стамина регенит. Да, это лучше.